Человеческое участие круто изменило и нелегкую жизнь героя нашего следующего сюжета. Из бездомных в сотрудники библиотеки. Такой стремительный прыжок по карьерной лестнице удалось совершить беспородному коту в Новороссийске. Благосклонность руководства кот заслужил благодаря своей пунктуальности и покладистости. Теперь он официально числится помощником библиотекаря и уже дослужился до повышения зарплаты. О тонкостях кошачьей работы репортаж Евгения Ефимовой. Не шуметь. Кузя работает. Кузя – это вальяжный кот с невозможной для животных профессией. Он – помощник библиотекаря в Новороссийской детской библиотеке. Пойдем, мой мальчик, пойдем. Ну, просыпайся, просыпайся. Пойдем работать. Пойдем, мой дорогой, пойдем работать. В обязанностях Кузи спать, радовать глаз и веселить юных посетителей. Кот принимает участие в театрализованных представлениях, где у него свое амплуа. То, что он на золотой цепи рассказывает сказки. Появилось животное в библиотеке случайно. Пришло на крылечко и несколько дней встречало здесь сотрудников жалобным взглядом, пока их сердце не дрогнуло. Может, здесь женщины, в первую очередь, жалость. Потому как, ну как это, что это такое? Значит, у него какая-то судьба такая непростая. Приблудившемуся коту пытались найти новых хозяев, но взрослое животное тяжело пристроить в хорошие руки. Горемыку оставили и дали имя Кузьма. Через несколько дней он уже откликался на кличку, да и вообще чувствовал себя в библиотеке хозяином. Я вот все понимаю по его морде так. Когда он недоволен, он сдвигает брови, когда он бьет хвостом, когда ушами шевелит. Ну, как-то вот понятно, не знаю я. Мы с ним нашли общий язык. Кузьма стал всеобщим любимцем. У него появилась своя страничка на сайте библиотеки, где он советует школьникам читать побольше книжек о домашних животных. Кот обзавелся собственным ветеринарным врачом. За его здоровьем здесь следят тщательно. Мы отнесли его в ветеринарку, сделали ему все прививки. То есть он у нас теперь с паспортом. Вот, поэтому родители, мы же детское учреждение, родители абсолютно могут быть спокойны. Вечером, когда заканчивается трудовой день, Кузьма убегает на улицу. Рано утром он уже возле дверей, пришел на работу. Такую пунктуальность кота в библиотеке оценили и издали приказ оформить в штат и выписать довольствие. Приказ от 9.01.2013 года, номер 01/1 ЛС. О приеме на работу в связи с производственной необходимостью приказываю принять кота Кузьму на должность помощника библиотекаря в Центральную городскую детскую библиотеку имени Крупской. Зарплата 30 пакетиков корма плюс премиальные в виде лакомств и почесываний за ушком. Недавно руководство приняло решение за хорошую работу оклад Кузи необходимо повысить. Добавить еще несколько упаковок еды, а то не наедается. Евгения Ефимова, Валентин Стуканок, Игорь Федоренко, Первый канал, Новороссийск. 10 минут.